Ну а в Лезгинском театре Махачкалы прошел спектакль под названием «Капли дождя». Постановку подготовили по мотивам произведения «Слезы» народной поэтессы Республики Ханбиче Хаметовой. Спектакль рассказывает о тяжелой доле женщины-горянки в годы Великой Отечественной войны. Автором и режиссером постановки выступила заслуженный деятель искусства Республики Зумруд Салимгереева. На спектакле побывала и наш корреспондент Сакинат Малаева. Небольшое горное село. Обычная семья, отец, мать и трое сыновей. Время – начало войны. Женщина-горянка с первых дней Великой Отечественной провожает мужа на защиту Родины. Воспитание детей и все остальные тяготы жизни ложатся на хрупкие женские плечи. И так почти в каждой семье. Все ушли на фронт, чтобы вернуться с победой. Ты смотришь в небо с болью и тоскою. Что напророчит грозовая мгла? Порога, недвижно и безмолвно, как скала. Один за другим приходит в село похоронки. Не миновала эта участь и семью Сердеровых. В последнем конверте печальная весть. Уроженец села Ахты, Мустафа, на фронте погиб смертью храбрых. Поэтический спектакль на сцене театра Республики ставится впервые, но, судя по отзывам, как говорится, первый блин не комом. В конце постановки гости и зрители отметили великолепную игру актеров и удачно выбранную тему. В своем произведении Ханбиче Хаметовой удалось показать преданность, верность, любовь дагестанской женщины-матери к детям. Сейчас бы хотелось поблагодарить, во-первых, этих прекрасных всех актеров, замечательных, этих детей прекрасных. Конечно же, автора этого просто великолепного венка сонета. Браво! Если поэзия вызывает слезы, значит, это настоящая поэзия, и значит, этот театр будет жить всегда. Поздравляю! Автору, актеру и постановщику в одном лице Зумруд Салимгереевой за добросовестный труд вручили почетную грамоту. Спектакль посвящен 70-летию Великой Победы. За год актеры планируют еще не раз порадовать зрителей своей игрой. Ну а те, кто не может найти время для похода в театр, могут посмотреть постановку, не выходя из дома, на нашем канале. Следите за программой передач. Сагинат Малаева, Юсуп Газиамаров, Заур Магомедов. Время новостей. Махачкала.